Это видео в считанные часы облетело все паблики в социальных сетях. На нем пример, как принято говорить сейчас, слабоумия и отваги. Суббота, 21:10. Наглый водитель на семерке дрифтует вокруг экипажа ГИБДД. Понятное дело, такое хамство автоинспекторы терпеть не стали. Лихача задержали. В общем, шутка не удалась. Как говорят автоинспекторы, 28-летнему парню еще повезло, что был трезв. Впрочем, и других поводов для дела у него оказалось хоть отбавляй. Одних только неоплаченных штрафов там скопилось прилично. Как выяснили сотрудники госавтоинспекции, при проверке документов этот водитель не имеет права управления транспортными средствами. Его водительское удостоверение уже было несколько дней просрочено, что также образует состав административного правонарушения по части 1 статьи 12.7 КОАП РФ. Штраф за данное нарушение предусмотрен от 5 до 15 тысяч рублей. Помимо этого, сотрудник госавтоинспекции выявили, что данный водитель уже в этом году 12 раз до этого нарушал правила дорожного движения. А вот на 195-м километре трассы Ряжск-Касимов-Нижний Новгород еще один 28-летний парень пошел дальше. И на своем «Фольксвагене» на мосту просто протаранил приору ДПС. Еще один случай странного поведения зафиксирован на дороге Рязань-Ряжск. Десятка на полном ходу врезалась в прицеп трактора, ехавшего в попутном направлении. Три человека отправлены в больницу. Какое-то массовое помутнение автолюбителей на выходных довершили четверть сотни нетрезвых водителей. Теперь за руль они сядут лишь в следующем году. Это в лучшем случае. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».